корсет сделать. Это тоже надо. Вернее, я этому и не училась особо. И многие ездят, включают переговорные садики. Природные. Буферную зону, чтобы была между исламскими странами, да. И просто Российская империя не могла позволить, чтобы не Персия не осталась.
именно. Очень тесное кафе. Слышу, прям вот как в Альпах, когда был, знаешь, что-то такое было там. Да. Yeah,